которые сегодня сразятся за очередные 3 очка, ну или разделят по одному. Всякое бывает. Итак, гомельский «Бумпром». В воротах сегодня сыграет первый номер Андрей Сакович. И, вероятнее всего, Виктор Лагутин под номером 13. И на острие атаки у «Бумпрома» сыграет сегодня Максим Санец под номером 11. Играться, да, сыграет, скорее всего, Егор Кудинов под номером 13. Тем временем матч у нас начался. В эпизоде и угрозу нивелировали они. Заброс вперед. Удар по воротам. Якуди на приеме. Ошибается. Здесь может быть очень опасно. Хороший момент. Но почему же сам не пробовал пробить Дмитрий Халимончиков? Некрашевич мяч принял, а так аут. Ну, аут быстро вбрасывает Некрашевич. Может быть интересно. Момент. И мяч летит выше ворот. Для мяча чиши. «Бумпром» продолжает свое наступление. Может быть интересно. Хороший проход. Удар по воротам. И отмечаем на этой позиции футболист, о котором мы сейчас говорим, играет. Вот здесь может получиться достаточно интересно. Есть преимущество в атаке у Слонима. Удар по воротам. Какой же прекрасный шанс. 5 с небольшим минут до конца первого тайма. Будет офсайд? Нет офсайда, нет, Некрашевич. Ну что, надо бить по воротам, Некрашевич. Сакович парирует мяч. Не удалось сделать передачу Воробьеву. Абрамов с мячом. Неплохо для центрального защитника. Передача на Живниренко. Живниренко делает пас, удар по воротам и гол! Ну, собственно, нашла награда героя. 17-й номер «Бумпрома» отличается. Дмитрий Халимончиков, как я уже и говорил, один из самых активных футболистов «Бумпрома» в первом тайме. Вот сейчас, пожалуйста, вам на 51-й минуте матча удар на копеечку. Прессингуют футболисты «Бумпрома», заставляют ошибаться игроков «Слонима». Идут в свою атаку, мяч в штрафной площади, передача, удар по воротам, 2-0! Живниренко отличается! Вот так вот, смотрите, друзья, 2 минуты разделили мячи Халимончик и Живниренко. И вот, смотрите, как же здорово в прессинге сработал «Бумпром». Накрыли защитников на их половине поля. В пользу. Слоним идет вперед, короткие передачи, это всегда неплохо. Карпенко, хорошо. Некрашевич, Карпенко, штрафной площади. Ну что, будет удар или нет? Удар по воротам. Ну и, пожалуй, самый явный. Защиты. Галенко по центру проходит, делает передачу на Воробьева. Ну что, будет удар? Удар по воротам в сантиметрах от дальней штанги проходит. Своего визави не купился на этот финт. Защитник, тем не менее, продолжает атаковать. Слоним, удар по воротам и гол. 2-1. Сокращают разрыв в счете футболисты «Слонима» 2017. Поздравляем их. Это как раз Тимофей Анисимов, который вышел на Карпенко вот сейчас с мячом. Пас вперед. Снова Карпенко. Передача в центр штрафной площади. Опаснейший момент. Гол! Вот это да! 76-я минута. Да, и футболист, которого мы сегодня ругали практически весь матч, Хамза Якуди, забивает гол и сравнивает счет. Какой-то просто фантастический второй тайм. Такое ощущение, что мы, друзья, первые 45 минут смотрели вообще какой-то другой футбол. Футболистов «Слонима» Лебедев тут запутался в собственных ногах. Ну а что здесь? Хорошая, может быть, атака, удар по воротам, обводящий в дура розыгрыша чемпионата Беларуси в первой лиге между «Бумпромом» и «Слонимом». Ну что, нету положения вне игры, удар! Какой шанс имел «Бумпром»?